Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, Вася, наш доблестный мэр-спортсмен Вася продолжает неравный бой за здоровый образ жизни. Значит, сначала он со своими велосипедами ударил, так сказать, в дыхалку всем курящим, а сегодня решил заняться пьянством в ЖКХ, так сказать, со всей дури ударить по печени нашего города. Вот. Значит, я начал искать плюсы, Вася. Значит, первый плюс – это сфера туристического бизнеса. Если раньше, Вася, со всей страны съезжались в Киев, чтобы посмотреть на Майдан, Вася, и на Лавру, вот, то сейчас еще можно будет приехать и увидеть трезвого сантехника. Вот. Это первый плюс. Второй плюс я пока не нашел. Зато минусы, Вася, как тараканов в санэпидемстанции. Ну, это та контора, которая борется с тараканами. Значит, самый главный минус, Вася, стратегический. Мэрия, думайте, что вы делаете, Вася. Вы хотите запретить пить на рабочем месте, Вася, сантехникам, электрикам, Вася. Даже дворникам запретить на рабочем месте пить, Вася. Вы запрещаете им делать торы, ради чего они, собственно говоря, выбрали эту замечательную профессию. Вася. Это же нечестно. Это вот как будто вы, знаете, мечтали стать с детства мэром Киева, Вася. Ну, всю жизнь мечтали. А вам запретили землю продавать. Будете вы после этого работать? Я очень сомневаюсь. Еще я очень сомневаюсь, Вася, что трезвый электрик может починить, Вася, вот эту проводку все в девятиэтажке. Потому что починить ее можно только в том же состоянии, Вася, в котором ее прокладывают. Вот. Вот что раньше нужно было, если у тебя забился в туалете стояк, Вася? Значит, все правильно. Звонок в ЖЭК, Вася, бутылка водки и золотые руки нашего сантехника, Вася, Семена Ивановича. А теперь, когда нельзя бухнуть, Вася, одними золотыми руками он не справится. Теперь ему нужны какие-то инструменты. Ключик, тросик, ну хотя бы перчатки. И какой сантехник будет думать о трубах, которые текут, Вася, если у него есть трубы, которые горят, Вася? Нет. Дальше. С дворниками та же ситуация. Раньше как было? Вставали ребята в 4 утра, Вася, чтобы до них никто не успел, Вася. Чтобы ни одна пустая бутылка не пропала. Вот. Дальше. Собрал эти бутылки, Вася, сдал их гривен на 30, потом потратил эти деньги с пользой и все, Вася. И во дворе чисто, Вася. И, собственно говоря, бухнул, 30 гривен потратил. А сейчас, когда нельзя бухнуть. Вот вы будете лично вставать в 4 утра, Вася, ради этого? Я нет. Потому что, когда нельзя бухнуть, 30 гривен уже не деньги. Вот. Я бы не запрещал им бухать, Вася, а наоборот бы наливал бы тому, кто присутствует на рабочем месте. Вот. И тогда, поверьте мне, человек будет мало того, что работать с утра до вечера, Вася, вот, так еще и потом, на следующий день, будет прибегать, Вася, первым на работу, чтобы взбодриться. Серьезно говорю, поставим в коридоре кулер на 20 литров, как с водой, только не с водой, Вася, и все. ЖЭК работает с утра до ночи, Вася, а не во вторник с 3 до 6, Вася, и в четверг с 11 до 2. И поверьте мне, если такое будет, то вся аварийная бригада будет выезжать в полном составе, Вася. И сантехника, и электрика, и паспортист. Да. Такие у меня мысли, Вася, по поводу запрета алкоголя в ЖКХ. Самое главное, поймите, Вася, дорогая уважаемая мэрия, когда эти наши работники ЖЭКов по-трезвому посмотрят на свою зарплату, то каждому работнику городской администрации как минимум вставят по одному ванту. Нет. Потому что когда ты не бухаешь, Вася, 2000 гривен – это вообще не деньги. Потому что, уважаемый наш мэр-боксер, прежде чем что-то делать, давайте думать головой, Вася, а не грушей. С вами был ЖЭК. Живите четко и не косячьте. Дворник, ты куда бутылку забрал? Я еще не допил, Вася.